До начала июня школьники будут оценивать вежливость водителей. На улице маршала Новикова юные инспекторы дорожного движения устроили флешмоб. Место акции выбрали не случайно. Здесь находится один из опасных участков – нерегулируемый переход. Зачастую, отмечают госавтоинспекторы, водители там, где нет светофора, попросту забывают уступить дорогу пешеходам. И такая ситуация повсеместна. С января в Приморском зарегистрировано 12 ДТП, в которых пострадали 14 детей. Причем все аварии произошли по вине автомобилистов. Еще зимой водители, соответственно, гололед и погодные условия все-таки как-то сдерживают скоростной режим, то летом это, конечно, скорость. Скорость, еще раз скорость. Отряд юных инспекторов дорожного движения раздал взрослым агитационные листовки и наклейки с фирменным знаком вежливого водителя. Его получили те, кто внимателен за рулем и уступил дорогу пешеходу. Сама же акция продлится до 5 июня. До этой даты школьники будут регулярно выходить на дорогу и напоминать водителям о грамотной езде.